Здравствуйте. Меня зовут Майк Бутчер. Я шеф-редактор сайта TechCrunch.com. TechCrunch — это издание, которое продвигает предпринимательство. Вот мысль, которую мы пытаемся донести до читателей. Ты сам способен сделать что-то важное, создать компанию, создать технологичный стартап и присоединиться к той глобальной технологической революции, которая сейчас происходит. Есть несколько областей, которые мне сейчас интересны. Это медицинские технологии. Мы можем замерять массу параметров, предотвращать болезни, контролировать диету и физические нагрузки. Это сейчас называют оцифрованным «я». Скоро медицинские технологии станут огромным рынком. Компьютеры, которые носятся на теле, что-то вроде умных часов, эта область сейчас быстро развивается. Мы меняем свое тело, а технологии меняют наши жизни. Дом и то, что происходит внутри него, контроль над энергопотреблением и домашней техникой — это все большие и мощные тренды, за которыми я слежу. Что меня увлекает в российских стартаперах? У них часто такое классное образование, такой мощный багаж технических знаний, что они нередко придумывают идеи, которые просто в голову не придут человеку на Западе. Там зачастую строят бизнес вокруг каких-то поверхностных идей. А в России у людей очень глубокие понимания технических моментов. И у меня здесь такое ощущение, что я могу повернуть за угол, а люди там уже телепортационную машину тестируют. Очень интересно следить за вашей стартап-сценой. Мой совет российским предпринимателям — смотрите, что происходит в мире. Примеряйте к России те бизнес-модели и идеи, которые увлекают людей в других уголках мира. И, конечно, думайте глобально. Всегда можно создать что-то интересное всем людям, независимо от гражданства. И, конечно, можно это делать и из России. Приходите к нам. Приезжайте к нам в Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Вливайтесь в мировое стартап-сообщество. Мы все в этом движении братья и сестры. И всегда здорово видеть людей из других стран. План Б на сайте rbk.ru.